Танкард. В данной песне поется примерно следующее. На дворе гармонь орет, и бухло рекой течет. Громче ты танкард включай, до краев стаканы наполняй. И вот, ребята, мы наконец добрались до 91 года. В продаже появился концертный альбом пятерых приверженцев пива, названный Fat, Ugly and Life. Что можно сказать по поводу этого релиза? С точки зрения музыки все ясно. Типичный танкард. А вот подбор песен пронырливые западногерманские журналисты предложили назвать Greatest Hits Live. Великие жизненные хиты.
В сущности, так оно и есть. Здесь собраны лучшие вещи из всех альбомов команды. Кайф продолжается целых 55 минут. Лучшего подарка для поклонников группы не придумать. Не обошлось, правда, без проблем. Еще в апреле 1989 года на концерте в городе Триере пара поклонников конкретно нарезалась возле колонок и в итоге приобрела серьезные проблемы со слухом. И казалось бы, давно это было, но в 1991 году по этому поводу был дан ход судебному процессу. Музыканты негодовали. Понятно, помещение было маловато, аппарат крутой, но эти люди добровольно залезли чуть ли не в колонки. Группа не особенно озабочена по этому поводу, видимо, исход процесса уже предрешен. Но, тем не менее, музыканты выражают надежду, что у большинства фэнов с ушами все в порядке, иначе как они будут слушать концертный альбом? Следом в 1994 году появился альбом To Face It, вполне можно назвать одним на тот момент толковым альбомом пивных трэшеров из Франкфурта. Так сказать, с пивком потянет. Как бы то ни было, этот альбом весьма заводной и ядовитый. Кажется, такими ядовитыми они не были даже на первых альбомах. На обложке изображен любимец, дама и детей. Канцлер Шрёдер. Не пивная кружка и даже не пивное пузо на обложке – это неспроста. Под орех разделывают всех. Националистов, в том числе и на постсоветском пространстве, телевидение разных нехороших парней, вояк, педофилов, работодателей, родной до омерзения Франкфурт и прочие вещи, которые способны расстроить любого доброго трэшера. Текста очень напоминают мне команду SOD, Stormtroopers of Dead. Единственными проблесками света является оптимистический алкогольный кавер на классикой дойч-панка Up From Zero, да еще и припанкованная Jimmy B. Good. А у нас, ребята, на очереди... We'll be right back.
фишки из танкарта. Любовь к пиву особо красивой и нежной бывает только в первые годы, когда ты к нему только привыкаешь, и все пиво кажется тебе в диковинку. Затем пиво становится образом жизни, и ты его как будто и не замечаешь, и становишься пивным алкоголиком. То же самое можно сказать и о самой пивной группе в мире – Танкард. Если все их альбомы, начиная с Zombie Attack и до Alien, очень освежали и возбуждали слушателя, то все последующие диски воспринимались не более как обычный балласт, которого в нашей жизни и без того хватает. Последний диск Танкард не вносил никаких либо изменений в мир ощущений. Ну, ребята, я бы не торопился с такими выводами, ибо альбом очень даже хороший. И название-то какое? The Танкард. И хотя некоторые песни на немецком языке и из немецкого культурного наследия, от тирольских народных до городских хороводных, и все сыграно резко, метально, трэшево, иногда припанковано. И вершина всего – интерпретация шлягера 70-х «Чингисхан». Пластинка для вечеринок и застолий, более подходящую для такого мероприятия, трудно придумать. И вот, наконец, к 97-му году Кацман поправился. Но в Танкард не стал возвращаться, а вместе с Адрианом Йордином основал проект Nemesis. Правда, и без него дела у команды продвигались вполне успешно. И следующий диск был записан на лейбле Century Media, под крышей которого вышли альбомы Disco Destroyer, Kings of Beer. Еще одно изменение вновь касалось состава. На этот раз вместо Булгура Поулуса занял Андреас Гутьяр. И вот конец 20 века, очень непростое время для трэша. Да и кризис тут давит еще. Молодые музыканты что-то не слишком жалуют данное направление, предпочитая ему более современные. Death, black metal, power и так далее. А ведь иногда так хочется услышать старый, добрый трэш-метал, разлива конца 80-х. Остается надеяться на наших пьяненьких старичков. Однако, танкардовцы отличаются тем, что какая бы эпоха ни стояла на дворе, кто бы ни правил властью, они были всегда верны стилю и с немецкой надежностью и качеством нарезали первоклассный трэш. И вот Танкард выпустил, наконец, 9-й альбом в составе Андреас Джеремия, Энди Гуджар, Франк Троувач и Олаф Зисель. В общем-то, музыка на этом диске похожа на предыдущие работы коллектива. Только вот стала она более бодрой, задорной. То ли приход нового гитариста так повлиял, или дедушки будущей возрасти начинают впадать в детство. Хотя, слушая такие песни, как Dark Exit, Hot Dog Inferno, Kings of Beer, ощущаешь, что Энди, безусловно, усилил состав. И название-то какое животворящее. Kings of Beer. На фоне последних творений монстров мирового трэша Slayer, Destruction, Sodom, Creator, именно начало 2000-х годов, данный альбом выделяется своеобразной трэшевой гармонией, мощью, профессионализмом. И слушается просто на одном дыхании, а также на одном глотке пива. И вот на свой 20-й юбилейный альбом B-Day, который вышел в 2002 году, преподнес всем трэшерам потрясающий и очень своеобразный подарок. Наши озабоченные алкоголики посвятили древнейшему пенному напитку, изобретенному еще в каменном веке, а также напиткам помоложе и покрепче, вроде виски и ликера, все свои песни. Альбом поражает настойчивостью, и глубина познаний в этом вопросе – это не просто банальные призывы, типа «пейте пиво пенное». Ничего подобного. Это вполне осмысленный, критический анализ алкогольных проблем. На обложке изображен, как всегда, явный любитель пива, плюс некое существо, сидящее у любителя на плечах. Не дать не взять тот самый чертик, являющийся регулярно всем алкоголиком. Заметьте, у нас это белочка. А чтобы во всем этом убедиться, давайте-ка заведу в исполнении пивоваров песню.
Заканчивается песней «Alcoholic Nightmares», что похоже на исповедь того самого зеленого существа с обложки. Следом у ребят вышел альбом «Best of Bourbon». Собственно, написание рецензии об очередном альбоме этой банды можно свести к простой констатации того факта, что очередной полнометражный носитель трэшевых пивных песен вышел в свет. Ибо квартет весельчаков во главе с Андреасом Джеремеей не меняется с момента своего появления на свет. А это уже 22 года, ребят, не шутка. Вот и теперь обложка узнаваемым зеленым человечком, оседлавшего явно нетрезвую немецкую собаку, бастервилли из бочонка бурбона на шее, практически сербинар, спасатель для алкашей. Фотографии группы, избавляющие от переработанного пива на какую-то стенку. Название песен духи «Умри с пивом в руке», «Бухающий мертвец» и прочее. И, наконец, самая главная составляющая – ядреный, угарный, разухабистый, задорный, неприметно искренний и веселый трэш спид-метал, который носится по вашей квартире и грохочет пустой посудой со скоростью и решимостью человека, вышедшего из недельного запоя и ищущего ту самую, куда-то заныканную заветную бутылочку Жигулевского, а может быть Клинского, а может быть Балтики. Да-да, точно, именно Балтики. Для того, чтобы в немедленном порядке поправить здоровье. Ну, что тут еще сказать? Оле. Джинг-бир. Очень много. Как известно, фанаты футбола очень любят набирать много пива и выходить, посмотреть футбол, а заодно немножечко побаловаться пивом. На эту тему у ребят записан аж целый клип «Forza SGA». Вот его-то мы сейчас и заслушаем. Любопытная песня, достойно. Du bist mein Feind, Eintracht, du bist
мая 2005 года в родном клубе Badge Cup во Франкфурте был снят первый DVD Fat, Ugly and Still Life. Кроме самого концерта, за 5 часов полезного времени поклонник Танкард может увидеть на нем много закулисных съемок. Кроме того, фирменный DVD-диск содержал еще фан-бокс с 4 пикчер-винилами последних 4 альбомов, футболкой, постером и пивной кружкой с логотипом группы объемом 0,33 мл. Какой подарок! Альбом получился целое настоящее масштабное произведение. Двойник. 5 часов продолжительностью. Так что недовольных не останется, это уж точно. На первом диске лучшие вещи Танкард. 3 клипа, которые существовали на тот момент. На втором диске присутствует интервью с Гере и басистом Франком. Но если вы не владеете немецким языком, то, как они говорят, попейте пиво. Кроме того, на втором диске представлены прикольные моменты со съемок Германии, Швейцарии, Италии и Турции. Также представлены сцены активного распития пива и непременное снятие штанов, поскольку каждый рок-музыкант считает себя неполноценным, если не запечатляет хотя бы раз на официальном носителе свое нижнее белье, а порой и то, что под ним. Но на это, к сожалению, есть авторское право у команды Typo Negative. В 2008 году ребята записали альбом Thirst, и в это же самое время вышел DVD с клипом Stay Thirsty и автобиографический документальный фильм. И вот сюжет для триллера «Жажда» прямо на обложке. Этого немцы и вправду жалко. Завис в глуши американской пустыни, без капли живительного пива. А его предшественник, чей череп и косточки отсвечивают рядом, так и не добрался до следующего паба. 666 километров все-таки. Тот факт, что толстячок, радовавший нас на Kings of Beer и B-Day, вернулся на картинку не случайно. Андреас Джеремия и сотоварищи решили на более активный, энергичный заводной материал, которым они подчивали завсегдатаев на рубеже нового века. Прекрасное рвущееся вперед начало Octane Warriors задает тон всему альбому, напоминая, что к своей классике они по-прежнему относятся с большим энтузиазмом. Саунд вылизан идеально. Энди Классеном. Помните такого? А мелкие радости, вроде коротких нестандартных ударных партий на Disposed Pilates, дополняют картинку. Альбом Octane Warriors посвящен энергетическому кризису, который наступит, по мнению этих немцев, в 2060 году. Ну, ребят, скажете, приехали, допились до чертиков. Интересны здесь две вещички. Одна «When did this comes to pay» записана с гостевым женским вокалом, а вторая – отличный «Hidden Bonus» в концовке «Sexy with Andre», своеобразный респект немцев за теплый прием осенью 2008 года в Москве. Запись произведена в сауне. В 2010 году у ребят вышел альбом Volume. На сей раз тематика песен посвящена нефтяной аварии в Мексиканском заливе. Но попадаются и прикольные вещицы, например, Fun Stations, говорящие о пользе вкусной и жирной пищи. Музыкально Танкард также не отказывают себе в движении, дабы растрясти свое пивное пузико. Альбом этот самый мелодичный за последние годы. С него мы продемонстрируем вам песенку Rules for Fool. Интересный клип снят на эту песню. Если кто смотрел, может быть, помните, события происходят в школе, прямо как у древних клипов величайшей группы Twisted Sisters. Здесь ребята представляют себя как великовозрастных детей, над которыми управляет училка. Молодая красавица, вся такая в латексе, которая то и дело указкой дубасит их по попке, а потом еще как на лошадках разъезжает на них верхом. Далее ребята прыгают и скачут с линейками вместо гитар и стучат по партам вместо ударных инструментов, чем забавляют сидящих в классе детишек.
Клип я советую посмотреть. There was a problem that was posed upon them. There was a riddle waiting to be solved. They hit the stage and all they played was bullshit. They hit the stage but didn't hit a note. Think and brood on what might be the answer. Rack your brain in your struggle for the truth. So many years departed that they sought it out. Too much boozing on the day before the show. So many years that they create the island. No more drinking on the day before the show. But who's for fools? We're full of foolish. You think you made it? You framed the guideline. You thought of all now, but you will see. Гласившим своим именем, образом жизни и нестареющим имиджем, главенство исторического закона о чистоте пива требует днем варить только из ячменя, хмеля и воды. Изданного в 1516 году в сердце Баварии, Ингольштадте. Поскольку культовый статус создателя алкоголик-метала в категории трэш закрепился именно за этими ребятами, пузатыми, сисястыми мужичками из Франкфурта. На фоне немецких экстремальных команд, взявших низкий старт практически все в одно и то же время в начале 80-х и с переменным успехом добежали до наших дней, а именно Creator, Destruction, Tankard и Sodom. Любители пива и очень быстрой музыки Tankard всегда были на вторых ролях. Да, из этих четырех групп мы были самыми маленькими
комментирует Джареры. Но, как говорится, мал клоп, да вонюч. Это касалось и количества проданных альбомов, так и по сей день остается. Но если мы делали бы музыку, чтобы продавать альбомы, то развалились бы лет через 10. Это должно быть предельно ясно, дополняет Джарары. В 2012 году ребята издают альбом Go Call It Kerveze, изданный на Nuclear Blast. И в 2013 году засветились в Москве. Причем второй раз. Первый концерт состоялся в 2007 году, а ныне уже в закрытом клубе «Точка». Еще до разогрева в виде Shadow Host практически все желающие могли пообщаться и сфотографироваться с дружелюбным вокалистом Гэри в вестибюле. Он, кстати, был абсолютно трезв, что очень даже не похоже на них. И лишь во время одной из первых песен все-таки поднял банку пива и известил всех присутствующих, что, мол, она первая за сегодня. Ой, с трудом верится. И вот как танкардовцы запели, заиграли, вся активная молодежь закружила карусель. И начался настоящий отрыв. В перерывах между песнями вокалист щекотал себя микрофоном по пузу. А еще он наконец-таки выучил фразу, любимую нашего Баскова. «Я вас люблю!» Как вы поняли, ребята приехали в Москву в поддержку своего последнего альбома «A Girl Called Kerveze». В поддержку и приехала группа в этот раз «Танкард». Интересно была в исполнении «Танкард» песня «Катюша», которую группа исполнила в инструментале. Ах, жаль, что нет этой песни, чтобы можно было похвастать перед вами. Короче, очевидцы отзываются об этом концерте очень лестно. Великолепное шоу. Нынче ребята, кстати, тоже планируют порадовать наш глаз и наш слух. И подозреваю, что они поедут в поддержку своего альбома Rest in Beer. Ну и, конечно, нестареющего своего хита The Morning After, которым мы, пожалуй, и закончим нашу сегодняшнюю программу о команде «Танкард». А кто не смотрел видеоклип, очень хотелось бы обратить внимание. Не надо напиваться до таких соплей, как персонаж этого клипа, потому что головка на следующий день – бобо. А в меру пить, здоровью не навредить, ибо пейте пиво пенное, будет роза на спине.
рассказ о команде Танкард. Надеюсь, вам было очень приятно прослушать эту программу. А теперь наша музыка. Как ни странно, никто не угадал. А было это величайшее произведение Мод. Method of Destruction с альбома USA for Mod. А песня, если ее так можно назвать, Ballad of Dio, баллада для Дио. Как вы помните, Билли Милано, вокалист этого величайшего коллектива, любил плеваться грязью во всех, кого попало. И вот в данный момент это попало на нашего Ронни Джеймса Дио. А может, вовсе и не его ребята имели в виду свои песни. Ну, впрочем, не столь важно. А сейчас, ребята, давайте-ка мы еще раз попробуем снова отгадать песенку, которую я сейчас вам заведу. Точнее, фрагмент, а может быть и полностью, как сказать. Напомню, что правильные ответы следует присылать на адрес нашей электронной почты rockobstrel@yandex.ru. И самое главное, в розыгрыше сегодня участвуют, как удивительно, вкладыш в конверт пластин Hot in the Shade команды KISS, где указаны песни, которые вы можете спеть на досуге для караоке. Итак, слушайте. Была. Ай да хороша, молодца! А закончим мы нашу передачу по обыкновению, вашей любимой рубрикой «По вашим письмам». И закончим мы ее чем-нибудь хорошим и лирическим. Помните, мы как-то упоминали в одной из программ про группу Казанова? И одной проигранной песни было явно недостаточно, поскольку мы получили аж несколько писем, в которых наши любимые радиослушатели очень просят поставить что-нибудь еще с их репертуара. Ну, с альбома Казанова, думаю, надо поставить вам вещичку Love Lies. Очень хорошая лирическая песня, вполне достойна и заслуживает ваше внимание. А я прощаюсь, ребята, на этом. Следующая программа будет посвящена команде Exis. Счастливо! Spark of love, but it's hard to feel the fire so long. And as we were drift apart, we have nothing left to give. And the emptiness inside me, tearing at my heart. Once upon a time, I believed it. I thought our love would last for all time. But since that time, we've changed. Learn to read your rain. Do it.
trust in you when you lied so much.